сегодня Международный день гражданской авиации. Развитие этой отрасли в Беларуси превосходит среднеевропейские темпы и нормы. В приоритете функционирование национального аэропорта Минск как трансконтинентального хаба. Так, в мае была открыта вторая взлетно-посадочная полоса и уже запланировано строительство нового терминального комплекса. Ведутся проектные работы по дизайну и разработке. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал директор департамента по авиации. Глава государства поставлена задача по организации железнодорожного сообщения с национальным аэропортом Минск. Поэтому эти вопросы увязываются с вопросами строительства терминала. В этом году мы обслуживаем 5 миллионов пассажиров. Запас есть, но надо думать о будущем, надо смотреть вперед. На ближайшее время запланировано открытие новых авиарейсов в Казахстан и Вену.